располневший Евгений Петросян ошарашил старческим видом. 75-летний сатирик в очередной раз доказал, что возраст – ничто. Евгений Петросян не перестает удивлять россиян. В свои 75 лет юморист смог не так давно обрести счастье подле молодой жены Татьяны Брюхуновой, а год назад стал отцом чудесного малыша Вагана. Юморист занимается спортом, модно одевается и прекрасно выглядит. Более того, он буквально фонтанирует новыми творческими идеями. А на днях выступил с экстренным заявлением. Он объявил кастинг программы «Петросян Шоу». В передаче артист выступает в роли ведущего тамады, а его коллеги по цеху развлекают зрителей сценками, пародиями, песнями и плясками. Дорогие друзья, я хочу, чтобы вы немножечко поучаствовали в жизни нашего театра эстрадных миниатюр, в частности и вообще в телевизионном проекте «Петросян Шоу». Все устаревает. Я всегда искал новые пути в художественном творчестве. И надо сказать, без лишней скромности, находил их всегда, эти пути, начал свой монолог Петросян. С помощью кастинга звезда надеется подыскать себе достойного приемника, с которым он мог бы поделиться накопленным опытом